Хорошо. Всем привет. Мы на море. Линка тут на огурках катается, водяные. Пойдем домой кушать. Я приболела чуть-чуть. У меня с желудком проблемы. Или с поджелудочной. Не знаю. Даже не знаю. Наверное, из-за фрукты. Прогулка вдоль всего подрезного порта. Очень голодаю. Голова болит. Сейчас сниму, как эта Линка катается. Также я напоминаю, что у нас набирается команда на прогулочный банан, друзья. Это банан без протеина за 2 минуты. Подождите с красной спасательной фото, ребята. 2 минуты до отправления бананчика. Часовой банан на самый большой аквапарк на побережье. Оставить у нас спасательном посту и поехать на целый час круто провести время на самом большом аквапарке, друзья. Уже забронировано 8 мест, ребята. Поторопитесь занять свободные места. Кто желает поехать вместе с нами, друзья? Виталина! Виталина! Круг наверху остался! Наверху! Виталина! Наверху! Да, он меня отлупил мордой. Ну, тыкал на меня морду. Виталинка боится до сих пор надувных. Да, Костя? Смотри, как он машет прикольно. Никто с детей не боится, кроме тебя. Вот, тебя сниму. В новых шлепках. Так, мы пошли. Жабки такие тут живут. Я хочу погладить. Нет, не надо. Это что, Ника есть? У Ники жаба. В том году пена пошла от такой жабы сорта. А, не видно. Сейчас выключу. И так не видно. А слетит вспышку? А не слышно. Не видно, вернее, со вспышкой.
смотри, что у тебя есть на голове. Штормит морем. Что нам завтра нанесет, неизвестно. А, может, чистая будет, может, холодная. Может, травку нанесет. Сейчас холодная. Ой, сейчас чистая. Да. Как течение будет, так и будет. Это людей мало сегодня. Да нет, до начала 11-го. Что ты сделал? Голову туда прижми. Живы? Да, все хорошо. Видишь? Не страшно. А, страшно. Что ты не захотел? А ты катался когда-то? Да, конечно, в детстве постоянно приезжал. Что значит в детстве? Артур последний раз давно катался. Мама, что с миньоном? Ты что, расплавился? Yeah.